Сегодня вас научу, как делать оберег, талисман оберег, который нам помогает защитить нас от негатива. И это касается наших сумочек, или женских, или мужских. Очень часто так бывает, что нам что-то дают, и мы, не задумываясь, кладем. Но иногда нам дают, ну, например, визитку, конфетки, ну, мало что нам дают. И мы все, как маленькие дети, мы их, как говорится, кладем в сумку, а потом не замечаем, вот эти подклады мы приносим домой. Вот чтобы наша сумочка была как бы для нас оберегом, которые бы уже на стадии, когда мы что-то туда положили, вот этот весь негатив для нас разрушали. Что нам для этого нужно? Нам нужна новая красная пуговичка. Размер не важен, какой он у вас будет, какой формы, как она выглядит. Главное, чтобы она была ярко-красная цвета и новая. Идите в магазин и купите. Что это такое? Ну, вообще красный цвет ассоциируется у нас с энергией огня. А огонь, как вы знаете, сжигает очень-очень много негативных, и очень часто мы используем практику со свечами, это открытый огонь, да, и на Иван Купалу мы прыгаем через костер, чтобы все сжечь. Итак, значит, красный цвет у нас ассоциируется с огнем, поэтому мы берем пуговичку красную, новую, абсолютно новую, не надо отпоротую откуда-то взятую, нет, новую, повторяюсь, и сжимаем ее в левой руке, вот, но, так как у меня камера отзеркаливает, давайте не путать, левая рука, она у нас энергия материнская такая, да, то есть оберег делается по материнской линии. Итак, мы сжимаем ее в кулачок, говорим такие слова: пуговица, огонь. Огонь весь негатив сжигает, от зла меня защищает. Истинно. Пишите мне в комментарии для энергообмена истинно. И дальше мы кладем эту пуговичку в сумку, как бы вот раз в неделю брать и вот этот вот заговор его прочитывать. Сильная энергетика можно один раз в месяц, но вот желательно для начинающих. Дальше. Вот эту пуговичку мы не вынимаем. Вот она лежит, она у нас зажимать, заряжать ее своей энергетикой, то она становится очень сильной и мощной. Ну, в общем, предупреждаю ваши вопросы. А если у меня много сумочек? Ну, вот, например, у меня много сумочек. Я беру на каждую сумочку, кладу свою, как говорится, пуговичку. А если вы делаете для мужчин то же самое, вот берете и тогда также заговариваете, только не меня оберегает, а имя этого человека, которому вы хотите помочь. Но вас предупреждаю, особенно новеньких, если вы для кого-то это делаете, рассчитываете о том, что вот ваша энергетика должна быть позитивной. Любые обереги мы делаем с сильнейшей энергетикой. Ну что, пользуйтесь во благо. И до новых встреч. Буду еще рассказывать много интересного.